Друзья, приветствую вас в игрушке Escape Horror Hospital. Так, а у нас есть русский язык? Есть все, кроме русского. Я понял. Старт гейм. Так. Наш персонаж очухался в больничке. Ага, отлично. У меня есть 4 куска мяса, один будильник, и я могу бегать. Супер. Что еще нужно в больнице? Только вот такая... Нифига себе, вот скорость. Чтобы побегать, надо еще ждать целую минуту. Я понял, здесь так просто не набегаешься. Так, есть у нас что-нибудь интересное, нет? Для чего нам мясо и будильник? Будильник, я так понимаю, это замедление времени. Часы или как еще? Нет, он просто привлекает внимание. Серьезно. Накидаем мясо. Ой, ты кушать хочешь? Проголодался, а? Какой бедненький. Ну кушай, кушай, вон. Никого не слушай. Приятного аппетита. В смысле? Там еще 3 куска мяса лежало. Ты чё, тварь? Я тебя, значит, покормил, а ты вот как? Вот ты и верь после этого людям. Так, ну дубль 2. Чё поделать-то? Так. Погнали. Как обычно, у меня есть будильник, 4 куска мяса, и я могу бегать раз в минуту, что тоже good. Освещение в игре, конечно, не очень, но мы, в принципе, не сильно привередливые. Что за бутылка? Так, а я могу я что-нибудь открывать? Нет, взаимодействовать я тоже нормально ни с чем не могу, я понял. Блин, я смотрю, вот карты в играх, в большинстве хорроров, которые выходят, все такое однообразное, все друг на друга похожее. Такое ощущение, будто играешь в одну и ту же игру, просто с разными названиями и с разными там модельками некоторых персонажей. Так, у меня есть будильник, супер. Мы сейчас сделаем вот так вот. Кинули будильник, спрятались вот здесь. Дождались, пока пробежит собака. Ну. И какой смысл от будильника, если никто не побежал? Ладно, кинем кусок мяса. На мясо прибежит, интересно. Давай будильник обратно. В смысле? Давай мясо обратно заберем. Тоже нет, серьезно. Проходить я этот хор, конечно, не буду. Я просто проверяю его возможности. Ну ладно. Накидаю мясо. Чтоб меня на всякий случай тут не кокнули. Увижу страшную тетку или дядьку, сразу буду бежать. О, мясо. Я так понимаю, я ломаю электричество. А зачем я это делаю? Объясните мне. В чем смысл?
Обычно пытаешься что-то починить, чтобы потом можно было как-то спокойно свалить там. Но вместо этого я занимаюсь непонятной фигней. На, мясо поешь. Ух, какие недовольные мы, а? Моя суперскорость. Так, тут я, по-моему, уже был. Тут тоже ничего интересного. Так, сломал еще какую-то фигню. Как обычно. Я думаю, та тетка это не пациент больницы. Это, скорее всего, наоборот. Какой-нибудь сторож, который бесится от того, что проникший сюда чувак все ломает, все портит. Я бы тоже разозлился. Ага, пройти я не могу, пока не сломаю все эти штуки. Я понял. Я все понял. Но у нас нет ни индикатора этих штуковин, то есть ты должен обойти все, найти то, что нужно, переломать. Так, вот еще. Тут ничего интересного нету, да? Толчок, который не открывается. Так. Здесь я уже все сломал. По-моему, это самая дверь, которую я должен был. Через которую я должен был пройти, я понял. Нет, нет, погодите. Моя немножко не понимает. Ну, все понятно. Друзья, такая вот игрушка. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки, жать на колокольчик и не качать всякую фигню, чтобы потом у вас не было такого же бомбежа, как у меня. Всем пока, друзья!